Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Жизнь в пробирке, и это видео будет про три способа, как остановить перенаселение муравьев. Способ первый. Просто копите на новый формикарий или террариум. Просто не надо накопить денег на формикарий или террариум. Если у вас, например, формикарий – большая живая система, вы должны просто накопить на террариум или большой аквариум, только без воды. Способ второй. Просто не кормите их белком. Белок – это, если у вас перенаселение муравьев, главное зло. И для этого надо просто кормить муравьев белком, посадить их на диету. И тогда у вас не будет расплода. Но зато вы остановите перенаселение муравьев. Одним способом. Способ третий. Просто запастись вагоном гипса, купить много стекла, построить самим формикарий и потом уже заселить туда муравьев. И еще вашу колонию поместить в более свободное место. Формикарий с колонией. Вот это было три способа. Всем пока.